прийшли к статуї лежачого будинку. Золотой дворец царя. Бай, а тебе бай, что это не самая большая, большая статуя просто. Здесь в парке 6 часов запел гимн. Все люди, которые стояли, просто... Все люди, которые шли, просто стали. То есть, видимо, у них какой-то... Все, мы сейчас пошли. Вечерний Бангкок. В общем, мы пришли в национальный парк. Я не знаю, как он называется, но здесь я видео просто снимаю. Да. Здесь такая гора есть. Джунглями и с красивыми пальмами. Хотим туда забраться, посмотреть. И вот здесь вот такое вот классное здание. Сейчас оно заброшенное. Огромный комплекс. Знак океан и тучки. Солнца нет. Скорее всего, не будет. Подожди, сейчас сделаешь. Давай еще раз. Мы
пришли по храм Сан-Тевьо-Тру. Короче, что там, правда? Это здание сделано из дерева. И там очень красивые штучки. Ого, оно очень крутое. Слушай, красиво. Угу. Там, видишь, что-то новое, что-то старое, что-то устраивали. Сашенька. Идем. Птички поют. Да, короче, вообще приехали на какую-то еще достопримечательность в Бангкоке уже. Потому что завтра у меня самолет.